Севастополь. Мы влюбляемся в этот город с раннего детства. В его героическую историю, в звуки вальса на Приморском бульваре, крики чаек и сиреневые силуэты кораблей. Его имя звучит победно, как гром пушек и сухая дробь барабанов. И как боевое знамя корабля, оно пропитано терпким запахом пороха и соленой морской воды. Здесь все дышит славой, все напоминает о подвигах предков. Но, похоже, для политических деятелей в нашей стране по-прежнему не существует ни прошлого, ни настоящего. Сегодня они торгуются и скандалят вокруг Севастополя так, словно у русских и украинцев нет сейчас более важной проблемы, чем раздел Черноморского флота. Люди хотят жить в мире и дружбе. Севастополь всю жизнь был российским городом. Это просто несправедливо считать его Украиной. Ну, Рухов – это их проблемы партийные. Но надо считаться с людьми, просто с обыкновенными людьми, которые всегда считали Севастополь Россией, даже когда передавали Крым Украине. Попросите людей, да. Почему вы людей не спрашиваете? Севастополь – это исконно русский город. Я вот не могу без слез даже говорить об этом. Как Севастополь может быть украинским? Это же наш российский город. Пусть украинцы тут, пусть татары, пусть кто угодно живет, но это... Сколько существует мир, это город России. История рассудит нас всех, понимаете? Но невозможно здесь говорить о том, что если вы возьмете, когда Кравчук проводил предвыборное собрание на Сергоаршакинзе, он говорил совсем другое. И если бы сейчас эту пленку прокрутить, ему и сказать, что ж ты, товарищ, врешь? Это же оборотень. Это, я не знаю, это авантюристы просто. Вы извините, но это так. Он говорил, что нам флот не нужен, нам надо вот такие маленькие кораблики, чтобы охраняли наше побережье. Сейчас у них аппетит разгорелся, дайте флот. Вам суверенитет, берите суверенитет. А потом, когда стали президентами, сразу у них появились другие желания. Ну что это такое? Правительство само по себе, народ сам по себе. Народ не слушает, что народ хочет. Волеизъявление народное не принимается во внимание вообще, совершенно. Теперь хотят поставить нам этот трезубец. Это же ставили клеймо кому? Рабам, скоту. Почему нам насильно хотят дать то, что мы не желаем? Мы не хотим. Мы за то, чтобы был мир. Чтобы, конечно, с украинским народом нам делить, в общем-то, нечего. Это, конечно, правительство между собой не может поделить, не зная только чего. А мы страдаем. Я по национальности русская. Мама у меня русская, папа у меня украинец. У нас есть знакомые и евреи, и русские, и татары. И мы никогда не знали вот это, что... Вот этот национализм, который нам сейчас навязывается... Мы всегда жили вместе дружно и пели за столом украинские и русские песни и никогда не тыкали пальцем, кто какой национальности. Нами практически играют два лидера, Кравчук и Ельцин. Они не знают, кому нас подарить в очередной раз. Уже один раз подарили Украине, теперь хотят, видимо, подарить еще кому-нибудь. Пусть Турции подарят, там, говорят, все есть. Но она жизнь и будет все хуже и хуже, потому что средства идут на что? На таможни, на те бронетранспортеры, которые стоят в Керчи, направленные против России. И они, те, кто эшелонами ворует с Украины, миллиардами, они пропускают. Если бабушка везет кусок сала внуку, ее тут же тряхнут, вытряхнут с нее тысячу, причем рублями. Говорят, вот люди берут рублями украинские таможенники, а не купонами. Ну вы знаете, вот уверена так, что гражданской войны не будет, что я думаю, люди здравые в этом городе. И что украинцы не пойдут на русских, поскольку, знаете, очень трудно об этом говорить, что, наверное, большинство населения или мама, и отец русские и украинцы. Очень много других национальностей, это просто было бы, наверное, глупо. Я в Севастополе 70-го года, отслужил на флоте 27 лет. И флот мы не отдадим, и Севастополь не отдадим бандеровскому отребью. Вот мое мнение. Пользуясь случаем, я хочу сказать, я обращаюсь ко всем русским людям, к россиянам, что Севастополь – это исконно русская земля, это святая земля. Ее защищали наши отцы и деды. Мы верим в эту землю. И будем, если надо, ее защищать. От кого бы то ни было. Ну, вот эта Рось национальная, которая сейчас, в принципе, специально, я думаю, навевается. Откуда, я не знаю, но я думаю, что, скорее всего, больше идет с Украины. У меня такое впечатление. Вот.
Я думаю, что ее не получится. Почему? Потому что наши семьи, в принципе, все переоднились. И русские, и украинцы. У меня жена украинка. Мать у меня украинка, отец русский. Я тоже украинец. Но, тем не менее, я не понимаю вот этой украинской национальной политики. И наши офицеры, черноморцы, они тоже этого не понимают. Мы хотим сесть на мира и хотим быть в России. Потому что Севастополь – это, ну, это святая земля. Это могут понять только севастопольцы. Я обращаюсь ко всем русским людям, к вам, россиянам. Нас не оставляйте, и мы вас тоже никогда не подведем и не подводили. Сегодня уже совершенно ясно, что в Севастополе никто не хочет и не намерен ни с кем воевать. Однако люди больше не собираются терпеть бесцеремонности и грубости украинских ультранационалистических организаций, лозунг которых сейчас звучит так: «Севастополь будет украинским или безлюдным». Для русского человека Севастополь – это не просто населенный пункт или город на южном берегу Крыма. Это прежде всего одна из самых дорогих национальных святынь России. Но никому из нас никогда не придет в голову делить могилы его защитников по национальному признаку, скажем, на русские или украинские. И вечный позор и проклятие потомков ожидают тех, кто сегодня в очередной раз пытается стравить два наших братских народа. Кому-то в правительстве Украины сегодня очень выгодно поддерживать искусственное напряжение вокруг Черноморского флота, поскольку это отвлекает народ от нерешенных экономических проблем. Вот лишь несколько фактов, о которых по-прежнему молчит наша пресса. Члены офицерского собрания Черноморского флота регулярно получают письма от различных националистических организаций Украины с оскорблениями и угрозами в свой адрес. Наиболее типичная цитата. «Господа москали, убирайтесь из Крыма и знайте, змееныши, что мы, украинцы, будем сражаться до последней капли крови наших врагов». Специальные выпуски газеты «Украинские горизонты» публикуют подстрекательские материалы, которые прямо призывают офицеров изменить присяги и переходить на службу под юрисдикцию Украины. За это обещают квартиры и хорошую зарплату. Регулярная газета военно-морских сил Украины опубликовала недавно заявление некой Севастопольской рады с требованием досматривать все, в том числе и боевые корабли Черноморского флота, которые заходят в украинские порты. Командующий ВМС Украины Борис Кожин, посетив Севастополь, заявил буквально следующее, цитируем дословно: «Воспитание украинских моряков должно идти путем привития им возрождающегося украинского национализма. Украинский национализм – это проявление патриотизма, понятие светлое и доброе». Вот так, ни больше, ни меньше. Поэтому, если над кораблем поднимается Андреевский флаг, то это объявляется проявлением русского шовинизма. А если желто-блакитный, то это уже борьба за независимость. Еще одна проблема связана с проставлением в паспортах печати стрезубцев. Этот знак украинского гражданства многие севастопольцы помнят еще со времен Великой Отечественной войны. Именно так фашисты помечали аусвайс, который выдавался жителям оккупированных украинских территорий. Однако тем, кто отказывается сегодня проставить его в своем паспорте, местные власти угрожают лишением пенсий и всевозможными будущими проблемами. О других новшествах судите сами. Теперь здесь можно купить пельмени вот в таких пачках, завернутых наоборот. Зато появилась украинская таежная водка. Русская, разлитая в Киеве, превратилась в горилку. На научно-практической конференции украинских ВМС было распространено сообщение о том, что подводная лодка задолго до европейцев была изобретена запорожскими казаками. Оказывается, они еще 500 лет назад пересекали Черное море под водой на веслах в судах, обшитых кожей. Удивительно, до чего же повторяется история. В 1918 году
захватившее власть на Украине правительство Винниченко и Петлюры приняло закон, по которому пропаганда Федерации с Россией каралась смертной казнью. В городах все русские вывески было приказано заменить на украинские. Появилась и собственная валюта. А в 1919 году представители директории потребовали у французского командования немедленной передачи Украине Черноморского флота. Однако к этому моменту, по приказу Ленина, боевое ядро флота уже было потоплено в Цимесской бухте. Официально, чтобы корабли не достались немцам, на самом деле боялись, что они попадут в руки белых. Уцелевшая часть флота после разгрома барона Врангеля почти полностью ушла за границу. Итогом гражданской войны, как известно, стало полное разорение Украины и России, первый страшный голод 20-х годов, установление в обеих странах большевистской диктатуры и полное уничтожение Черноморского флота. Судя по всему, об этих уроках истории сегодня многие уже забыли. Когда предки нынешних украинцев и русских еще жили в лесах и им нечего было делить, греки основали в этих местах прекрасный город Херсонес. Этим развалинам уже более 2500 лет. Именно здесь, в 988 году, будущий креститель Руси, князь Владимир, принял православную веру. Кстати, тогда Черное море называлось Русским, а договоры киевских князей с Византией начинались словами «Мы от рода русского». Позже здесь хозяйничали татары и турки. Русские вернулись в эти места только в 18 веке. Выдающийся русский полководец Александр Васильевич Суворов одним из первых указал на чудесную гавань. И вскоре, в 1783 году, началось строительство Севастополя, города, чье название переводится с греческого как «величественный». И практически с этого же момента Турция, а затем Англия и Франция начали вести борьбу за его уничтожение. Наступил 1853 год. 17 ноября русская эскадра под командованием вице-адмирала Нахимова атаковала и полностью уничтожила турецкий флот, находившийся в Синопской бухте. После этой победы Россия становилась главной морской державой на Черном море. И, естественно, ни Англия, ни Франция с этим мириться не могли. 15 марта 1854 года они объявили войну России. С этого момента имя Севастополя вписано в русскую историю золотыми буквами. Мы с вами находимся на Графской пристани. С этого места начиналась история Севастополя. Сюда во время первой осады города его защитникам подвозились боеприпасы и оружие. К сожалению, сегодня мы все реже говорим об обороне Севастополя 140-летней давности. Обороне, ставшей одним из самых ярких символов героизма русских моряков всего нашего народа. И сегодня невозможно без волнения читать речь адмирала Корнилова, с которой он обратился к войскам на второй день осады. Товарищи, на нас лежит честь защиты Севастополя. Защита родного нам флота. Отступать нам некуда, сзади нас море. Если кто из начальников прикажет бить отбой, закалите такого начальника. Если б я приказал ударить отбой, не слушайте, и тот подлец будет из вас, кто не убьет меня. По словам очевидцев, после этих слов у многих солдат и офицеров на глазах были видны слезы. Из рядов раздавались крики: «Умрем за родной Севастополь, но не отступим». 349 дней англо-французские войска, имевшие подавляющее техническое превосходство, безуспешно штурмовали севастопольские укрепления. Бастионы стояли насмерть. Лучшие люди России сражались тогда в Севастополе. Здесь воевали будущий писатель Лев Толстой,
дядя композитора Чайковского, сын Даля, составителя толкового словаря, отец писателя Бунина и отец адмирала Колчака. Здесь сражался дед Анны Ахматовой, племянник Анны Керн. Выдающийся хирург Пирогов сделал 10 тысяч операций. Всех не перечислишь. Навечно остались в народной памяти имена матроса Кошки и первой в мире сестры милосердия Даши Севастопольской. Только после падения Малахова кургана войскам был отдан приказ оставить пылающий, уничтоженный город. К концу осады в нем оставалось лишь 14 неразрушенных зданий. Но даже после этого французы еще 3 дня не решались ступить на улицы Севастополя. Любопытно, что первый русский полнометражный фильм, снятый в 1911 году фирмой Ханжонкова, был посвящен именно обороне Севастополя. Кадры из него вы сейчас видите. По затратам на массовые сцены, это была одна из самых дорогостоящих картин своего времени. Сохранилась и хроника посещения Севастополя последним российским императором Николаем II. За годы своего царствования он несколько раз приезжал в город. Надо сказать, что практически все севастопольские памятники в честь первой обороны города были построены в основном на средства императорской фамилии. Под личным покровительством царя находился и музей Черноморского флота. На этих кадрах Николай II осматривает его экспонаты и реликвии, связанные с Крымской войной. Некоторые из них можно и сейчас увидеть в залах музея. Например, личные вещи Нахимова, эполеты, которые были на нем в день смерти, Георгиевский крест адмирала. Сабля Корнилова, она перебита ядром, смертельно ранившим его. Кортик Истомина. Хранится в музее и палаш основателя Севастополя, князя Потемкина. К сожалению, это лишь малая часть того, что уцелело здесь после революции. В 1921 году музей закрыли, и началось его постепенное уничтожение. Бесследно пропала огромная коллекция икон, исчезли десятки портретов героев Крымской войны, пропали все подарки и личные вещи членов императорской фамилии. В 1928 году был снесен памятник Нахимову. На его месте водрузили фигуру Ленина. То, что вы сейчас видите, это всего лишь копия, которая появилась здесь только в 1959 году. Причем копия достаточно неточная. Так, на прежнем памятнике Нахимов смотрел в сторону моря. Теперь он повернут к нему спиной. От памятника адмиралу Лазареву осталась лишь вот эта фотография. Он был переплавлен в 1929. Но самый страшный удар был нанесен по главной севастопольской святыне – собору Святого Владимира. Именно здесь находился склеп с останками адмиралов Лазарева, Истомина, Корнилова и Нахимова. В стенах собора были захоронены практически все, за исключением Колчака, командующий Черноморским флотом. В 30-е годы их могилы вскрыли, а прах выбросили на свалку. Имена усопших были сбиты с мраморных плит, остались только дырочки от букв. В нижнем пределе храма, где были похоронены 4 адмирала, разместились мастерские Освеахима, а позже флотские склады. Когда склеп восстанавливали, останки флотоводцев нашли вперемешку с грязью, гнилым тряпьем и ржавыми частями моторов. Сегодня на могиле не хватает только золотого креста,
который был конфискован в пользу пролетарского государства. Из колоколов Владимирского храма и других уничтоженных севастопольских церквей отлили вот этот памятник Ленину. После того, как его установили, было решено обсадить собор высокими деревьями, чтобы он не портил вид на фигуру вождя. Вспомнили о том, что Севастополь – это все-таки город русской славы, когда на Крымскую землю вновь пришла война. Предсмертные слова адмирала Корнилова «Отстаивайте же Севастополь» стали тогда боевым девизом моряков-черноморцев. И как в прошлом веке, на защиту родного Севастополя поднялись все жители города. Наступлением немецких дивизий на главную базу Черноморского флота командовал один из лучших полководцев гитлеровской Германии – генерал Манштейн. Он приказал взять город сходу. Но уже на подступах к нему наступление фашистов захлебнулось. 250 дней продолжалась вторая оборона Севастополя. За это время город превратился в груду пылающих развалин. Особенно страшен был последний месяц осады. За 3 недели немцы сбросили на Севастополь столько бомб, сколько английская авиация сбросила на Германию за всю первую половину войны. А когда все же настала пора оставить Севастополь, бесстрашные моряки-черноморцы плакали как дети. Плакали русские и украинцы, которые, умирая в крымских окопах, еще не делили родину на свою и чужую. Она не делится и сейчас, как не делятся братские могилы солдат. Сегодня моряки горько шутят, называя последние события вокруг Черноморского флота третьей осадой Севастополя. По словам специалистов, любая попытка разделить флот волевым политическим решением приведет лишь к его окончательной гибели. Имея уже сейчас надежный бронированный щит, я считаю, как специалист, нецелесообразно из этого щита делать крышки с кастрюль, которыми потом мы будем защищаться. У нас уже есть корабли, уже есть отработанная военная машина, в лице, будем говорить, краснознаменного Черноморского флота. И с одной стороны политики пытаются доказать свою преданность и любовь одного и того же народа, русского и украинского. А с другой стороны берут этот бронированный кулак, расчленяют на пальцы. Я считаю, что вообще-то политикам я бы доверил, например, заниматься по кругу своих обязанностей. Ну, в свое время они раздавали комсомольские значки, давали пионерские галстуки, выдавали партийные билеты. Но дело в том, что обосновывать необходимость должен специалист. Для этого есть математика. Пусть обсчитают, правильно ли будет иметь Украине 3 корабля, России 3 корабля. Кому здесь еще из бывших стран СНГ? Грузии? Может, еще кто-то захочет? И что лучше? Ситуация, в которой сегодня оказался Черноморский флот, пожалуй, не имеет аналогов в мировой истории. Его офицерам предлагают сейчас выбирать сразу между 3 присягами, а на их кораблях развивается флаг уже несуществующего государства. Если добавить к этому отсутствие национального гимна и герба, остается только удивляться тому терпению и стойкости, с которыми они продолжают выполнять свой долг. При этом у большинства боевых офицеров флота по-прежнему нет своего угла. Но, наверное, подать жалобу в ООН или принять постановление гораздо легче, чем прийти в севастопольские общежития, чтобы выслушать офицерских жен. Тех, кто с 2-3 детьми ютится на 9 квадратных метрах и моет посуду в кухне на 3 семьи, где не всегда бывает вода. Да и попробовать спросить их заодно, как можно прокормить семью на ту нищенскую зарплату, которую сегодня получают их мужья.
Но в большой политике не принято опускаться до таких мелочей. На то она и большая, чтобы считать корабли и ядерные боеголовки. Однако у морского офицера нет выбора. На нем лежит слишком большая ответственность за судьбу своего народа и своей страны. И противника, пусть даже вероятного, для него еще никто не отменял. Черноморский флот на сегодняшний день сохраняет свою боеспособность. Как оперативно-стратегическое объединение вооруженных сил, способен решать свойственные ему задачи во всей операционной зоне. Зона для нас не менялась. Она включает Черное море, Средиземное море, Азовское море и до Иберийской зоны. Корабли Черноморского флота осуществляют постоянное присутствие в Средиземном море, но не в таких количествах, как ранее, но решают все свойственные им задачи. Придет время, и история все расставит по своим местам. А Севастополь будет всегда так же вечен, как звуки вальса на Приморском бульваре, крики чаек и бессмертная слава его героев.